Это наш поселок Лиманск, Разделянский район. Да, был пожар. Да. Вот газовая, как называется? Не курить, огне опасно, газ. Трава растет. Электричество. Подожгли, всем насрать. Дети тушили, местные люди тушили. Посмотри, видишь? Уже дошло туда доверху. Там сопли эти висят. Ну вот, было бы у нас очень замечательно. Взорвался бы весь поселок. Кто-то из детей поджег. Ну очень замечательно вообще. Но самое главное, что траву надо косить вовремя. Да, еще раз повторяю. Лиманская, Разделянский район, Одесская область. Вот такой вот пожар был. Люди тушили сами. Кто из вас поджигал? Это дети. Ну кузнечка, а потом ты видишь, что из кузнечиков бы получился у нас пепел один. Все видели, как у нас горело? Все видели? Замечательно. Местная власть работает? Да, да, замечательно работает. Их накажут, а я без квартиры буду. Мне от этого легче будет, что их накажут. Маленькие дети, всем все равно. Слушай, так я самое главное, что переживала вот именно за этот газ. Позвонили в газовую службу, сколько, 20 минут назад, тишина, нет никого. Да, газовая служба у нас очень быстро едет. Газ быстренько бы отрезали. И свет, и все отрезают быстро. Первый подъезд кто-то горит, с той стороны дым валит, ничего не видно, я ж не слышу. А я только вышла, я не сразу. У меня паника, я не знаю, что делать в такой ситуации, у меня лично паника. Ну вот, под ударом раз, два, три, четыре дома. Вот раз, два, три, вышла. Не вышла, не вышла. Пануло бы за песок. Нормально, да? Мой ребенок побежал в огонь кидаться, вообще. Мальчик. О, наша газовая служба приехала. Через 20 минут. Уже люди потушили. Пусть обкашивают и делают. Гена, вы вовремя. Посмотреть. Не пожарная. Вот приехала наша пожарная на мопеде. Шесть недель. Да, родители. Шесть недель.